Так, ребят, привет! У нас новый... Мы тут гоним, ребят. У нас новый выпуск с Египта. Много новостей у нас, как долетели. Основные новости будут попозже. Немножко мы... Все расскажем. Сейчас да. Мы едем в наше бунгало. Вот нас молодой человек сейчас довезет. Если еще бунгало, мы не знаем, наверное. Ну, бунгало у нас, да. Как вроде как должно быть. Посмотрим, короче, все решим. Ну, с ветерком, нормально. Да, у нас Египет, Шарм-эль-Шейх. Да. Новый отель. Выпуск. Да, Нубиан Вилледж. Да, Нубиан Вилледж. Все, здесь горки вот, вот такая экскурсия. Ребята. Тут вот садик такой у них. Это ботанический сад. Да, ботанический. Вот я так и думал, почему-то вот где-то тут. Здесь классно, да. Чтобы запечатлеть суть, да? Ребят, начали немножко попозже снимать. Ну, так, посмотрим. Как бы я боялся, что ремонтик немножко так, да? Ну, обычно, да? Так. Ну, нормально я скажу, да ведь? Нормально, это человеку доллар, да? И все, доллар, да, ему? И это, так что, ребят. Да, вот достань доллар, да? И все. Так что, ребят, давайте все, оставайтесь с нами. Немножко мы трезвеем и возвращаемся к вам. Вот такой вот номер. Все, обзор и все остальное будет. Новый выпуск. Долго ждали вы, Египет. Ой, Гузелька, смотри. Гузелька, ты такая, смотри. Ну, такая. Так что вот так любят они. Ну, Гузелька хотел сюда, я говорю, более надо было, конечно, не бунгалы, а более вот... Свои там номера. Есть такие классные номера, как они называются, Супер Ниор. Риор, ну там бабло, сами понимаете. Новый корпус, да. Он нам предлагал денежку, типа давайте, мы такие, нет, мы дождемся до двух, и свое бунгало мы... Да, еще шоколадку Аленку ему дали. Да, получается просто так. Приезду, да. Я просто так Аленку это... шоколадку. Я говорю, hello. Здесь надо, наверное, мне кажется, выключить. А, вот так вот, а то здесь и так дубище. Так что все, попрощаться я с ними не могу. Давайте все, смотрим дальше. Ребят, короче, мы тут подумали. Попозже, а то у нас тут мало ли беспорядок будет. Конечно, мы чистюли, но мало ли. Смотрите, быстрый такой обзорчик сделаю, чтобы сразу. Вот мы зашли, сами видели с ним. Он радостный там убежал с денежкой. Так, так, так. Подарок ему. Любят они доллары, да скажи? Так, ребят, смотрите, сейф тут у нас. Тут у нас спички, что ли, шапочки всякие. Ну, это знаете уж подробности. Некоторые просто мусолят, мусолят блогеры. Так, шкаф у нас, в общем, такая прихожка. Тут заходим. Все так культурно. Знаете, мало плохих отзывов было в отеле. Гузель, ну вот по поводу еды мы вообще это попозже все мы обсудим, по поводу еды, может в следующем выпуске, но я вам скажу, вы просто офигеете. Тут все у нас вот, тут у нас воздух чистый, как я понимаю, заходит, полотенчики, душевая кабинка, все просто не назовешь, нормально, хорошо даже. Так что, Гузель, вот такие пироги, блин, дубище, конечно, холодно, да? Может даже можно включить на теплый или какой идет? А? Ладно, сейчас мы разберемся. Так, вернулся к вам. Дальше. Третья кровать, да? Гузелька тут. Так. Два окошечка у нас. Дальше холодильничек такой на замочке. Тут ничего нет, да у нас. Ну, морозит он, нормально пойдет. Две водички работают, да, две водички каждый день у нас вроде как должно быть, да? Потом три стаканчика, чайничек, как я понимаю, это вообще для троих, да, в принципе, да, наверное. Чайный набор. Ну да, я имею в виду, в общем, вот это бунгало для троих. Ну, типа создано уж. Так, телевизор, плазмочка в каком-то отеле мы видели, вообще там, ну... Телевизор Nokia, пятерка. Да, в пятерках, там какой-то отель мы смотрели, я уже забыл по названию, как он называется, Оазис какой-то там,
Вот мы смотрели, там вообще в оазисе же было. Так, все, пуфик, мусорка. Кровать а так? Шикарная, светильники мне нравятся. Кровать, конечно, раздельная, да. Спички, наверное? Или спички, да, спички. Все культурно. Позвонить можно. Ну, так что вот, пока расхваливать не будем. Увидите кушанье. Мы пока видели, приезжали мы завтрак и обед. И мы... Ну, пока все понравилось вообще, но сервис вообще, конечно, шикарный. Да, это по сравнению, мы, конечно, не знаю, я не говорю там про Риксосы какие-то, там уж другая история, но после той пятерки в Турции... которые мы ездили тогда, помните, вот этот Лафитос, это ужас. Вот зайдете, посмотрите, вот тот Лафитос, и вот это рай сейчас по сравнению с Лафитосом. Не знаем, конечно, высшего класса, как, но, ну, помним Лонг Бич, да, в Турции, это, конечно, все шик было, но мы отвыкли немножко. Я говорю, после Лафитоса нам вот это шик. Все, смотрим дальше. А, ребят, кстати, мы пропустили, вы, не знаю, заметили, нет, пляжные полотенца. Все тут. Карточки никакие не нужны, правильно, Гузель? Там я все уже поснимал. Да. И вот здесь, смотри, мыльные вот эти вот. Все поснимал, да? Культурно, да, интересно, скажи. Только... Часа, да, ну, хотя нормально. Все равно хотел сказать, только там по одному, ну ладно. И такого бывает где-то нету. Так, друзья, привет, мы проснулись. Вот так, так, так. Уважаемые гости. Так, с переездом вас напоминаю вам о встрече с гидом опять. 8:55 типа уже тут. Ладно, хер с ним. Так, вчера мы легли пораньше спать. Фу. Спали как тогда. Ты нормально спала, Гузель? Да. О. Погодка у нас, как сказать, ну, ветрено. Ветрено. Не сильно прям, но... Ветрено, но... Солнце печет. Вроде как мы загорели немножко. Сейчас у нас утро. Идем на завтрак. Потом встреча с гидом и на море. Обстановочка у нас такая. Вырубились по полной вчера. Просто вырубились. Я такой сонный еще сейчас. Так что... Все, оставайтесь с нами. А я хотя 10 раз говорю постоянно, оставайтесь с нами. Да? Все равно оставайтесь. Да? Да. А, сейчас, если получится, если там все не разобрали, мне кажется, тут такого не может быть, да? Так что покажем еще завтра, какой будет. У нас бассейн, как я понимаю, не подогреваемый. Я все думал, зимой, почему все говорят, ветер, там, отель для зимы или отель для лета. Оказывается, сейчас понимаю то, что, ну, зимой ветерочек. 10 лет назад я был в Египте. Или в бухте я в какой-то был, в другой. Было тепло. Здесь у нас елочка уже установлена к Новому году. Все, комментировать я не буду, сами посмотрите примерно, что есть. Да, давай тут. Так, посмотрели, ребят, что интересно тоже, вот тут Гузелька говорит, настоящий кофе, да? Да.
Ну, нормальный такой. Еще на баре там есть прям зерновой, 100% настоящий. Вот это тоже, ну, не сравнить, который тогда, помнишь, в Лафитосе. Так что пока все хорошо. Тьфу-тьфу. Причем еще йогурты есть. Смотрите. Все, мои хорошие, начинаем кушать. Еще тут финики я взял. И апельсинчик. Для витамин. Все, кушаем. И идем на встречу с гидом. Такая обстановочка. Вид из окна. Пошли мы на встречу с гидом. Народом вышли и идем куда-то. Я думал, человека 3, да, пойдет?